Ура! Наконец-то мы дождались этого дня! Камчатка. От этого слова у многих охотников и рыболовов замирает сердце. Именно там водятся самые большие медведи, в реках плещутся лососи и дымят вулканы. Чтобы убедиться в этом, на полуостров отправился десант любителей пуха и пера, хвоста и чешуи. Привет, мы прилетели! После приземления рыболовы забрали свой багаж на общих основаниях. А вот охотникам пришлось задержаться. Ведь оружие перевозится отдельно от сумок и чемоданов. В конце концов, все формальности были урегулированы, и путешествие по Камчатке началось. Надо сказать, что в аэропорту Петропавловска-Камчатского рыболовы и охотники разделились. У каждой группы была своя программа. И только в конце поездки путешественники должны были собраться вместе для того, чтобы половить лосося. На вертолетном аэродроме, куда охотников привез Сергей, организатор тура, процедура оформления оружия опять заняла некоторое время. Но поскольку все стволы были легальными и документы на них в порядке, бумажная волокита завершилась довольно быстро. Работник воздушной гавани с оружейными кейсами в сопровождении охотников отправился к стоянке вертолета. Винтокрылая машина должна была доставить команду на базу. Священодействие летчиков над приборными панелями и всевозможными тумблерами, и геликоптер взмыл в небо. За бортом поплыли пейзажи Камчатки. Удивительный край. Суровый, но необычайно красивый. Любовались красотами природы достаточно недолго. Перелет продлился чуть больше часа. Осмотреться и понять, куда попали, времени не было. Предстояла срочная разгрузка. Ведь в авиации время – деньги. Не успели освободить вертолет от груза, как он снова взмыл в небо. Путешественникам пришлось своими телами придавливать вещи. Иначе их могло унести потоками воздуха, исходящими от винтов. На полуостров охотники прибыли в первый раз. И, конечно, целью миссии стали медведи. Но с наскока рассчитывать на более-менее трофейный экземпляр было бы верхом самонадеянности. Тем более, что поездка имела ограничение по времени – всего 6 дней. Эта охота скорее походила на разведку боя. И все же, когда появился первый косолапый, стрелять не стали. Решили, что в первый день это было бы неразумно. А вдруг завтра попадется более крупный? Так что на Мишку смотрели с удовольствием и удивлением. В Центральной России вот так просто зайца не увидишь, не то что медведя. Одно слово – Камчатка. А хозяин местных угодий явно что-то почувствовал. Но уходить не спешил. Уверенный в себе зверь. В самом деле, разве могут быть враги у такого? Пожалуй, только человек. Но откуда он знал, что игра в переглядки ничем ему не угрожает? Наконец, удовлетворив любопытство, медведь отправился по другим, более важным для него делам. Бурый медведь – одно из самых умных и интересных животных. С незапамятных времен человек изучал его характер и биологию. И сказать, что до конца понял этого хищника – по-прежнему не приходится. Косолапый в каждом конкретном случае может повести себя весьма неординарно. Вот что о нем пишет классик охотоведения Николай Зворыкин. Бурый медведь обладает многими любопытными повадками и особенностями характера, на которые мало обращено внимание в литературе. Эти особенности поведения не имеют своих названий, не сформулированы, несмотря на широкую популярность этого зверя. Прежде всего, надлежит отметить упрямую настойчивость, какой медведь добивается осуществления своих планов, вообще и в частности касающихся, например, добывания не только пропитания, но и незначительного количества лакомства. Сила, строение тела медведя и основанные на них возможности и способности зверя
помогает осуществлению его планов. Утро встретило охотников туманом. Подобного каприза природы никто не ожидал. Красиво, конечно, но охота в такую погоду может быть опасной. Вдруг медведь решит, что стрелок, ослепший из-за тумана, как раз то блюдо, которое можно с удовольствием съесть за завтраком. В самом деле, обнаружить зверя в этих условиях было просто невозможно. Сергей, руководивший охотой, предложил немного переждать, в надежде, что белая пелена вскоре пройдет. Ждали-ждали и все-таки решили выехать в угодье, чтобы, когда погода наладится, не терять время на переезд. Сергей, место красивое, а вот почему мы именно это место выбрали для охоты? Сегодня мы выехали вовремя, в 7 часов утра. День хороший, когда солнце выйдет, туман должен подняться. У нас видимость сейчас не больше 100 метров. Нам нужна видимость, чтобы была больше, так сказать, 300 метров. Мы можем просто сейчас вот проехать и не увидеть зверя. Да, мимо проехать. Да, он вот будет стоять 100 метров, мы его не видим. Поэтому остановились здесь, так сказать, это место абсолютно незнаменательное. Просто мы остановились и переждаем, когда у нас будет откроется видимость хотя бы 300 метров. Но здесь уже тундра начинается такая, да, ягодная? Начинается ягодная тундра, все, и медведь в это время, в середине сентября, он весь на тундрах стоит, находится, да. Он, так сказать, нагуливает жир, пожирает эту ягоду. А сама охота будет происходить с подхода, то есть мы обнаружили зверя и начинаем к нему подходить. На какую дистанцию, как это будет выглядеть? Передвигаемся, видим медведя, выходим из машины. Нам самое главное обнаружить медведя на тундре. Все. Обнаружим медведя на тундре. Это может быть расстояние 500 метров, с километр. Все. Выходим из машины, подходим к зверю на расстояние не далее 100 метров и производим выстрел. А туман никак не хотел сдавать свои позиции. Поехали дальше. Внедорожники, рожденные еще в 80-х годах прошлого века, в здешних местах и сейчас служат главным транспортным средством. Неприхотливые, ремонтопригодные. Если вдруг сел аккумулятор, есть возможность завести автомобиль специальной рукояткой, названной в народе кривым стартером. Конечно, после некоторого тюнинга они смотрелись скорее элементами реквизита из фантастических фильмов. Тем интереснее было передвигаться на них охотникам, доселе не видевшим этих транспортных средств в подобном исполнении. Наконец, солнце стало забирать права у водяной взвеси, сполна насытившей окрестности. Его лучи настойчиво вытесняли серую безрадостную картину и заливали яркими красками тундру, а также величественные холмы и вулканы. Вместе с изменением погоды в лучшую сторону стало меняться и настроение путешественников. Ведь впереди забрезжила надежда на удачу. Пейзажи ни с чем не сравнимой природы Камчатки без применения каких-либо гаджетов сами собой фиксировались в памяти. А когда издалека удалось увидеть медвежью семью, охотники поняли, что кроме вулканов и интересной флоры, эти места богаты и зверем. Она же вот медведица пошла на реку. У нас там как раз в этом месте хорошее нерестилище. Что, на реке, может быть, будет медведь? Может быть, да. В реке с чистейшей водой, которую, не опасаясь, можно было пить, места под нерестилище давным-давно облюбовали лососи. С тех пор медведи регулярно наведывались на мелководье для того, чтобы отведать свежие рыбки. Здесь и должны были поджидать их охотники. Первый косолапый был застигнут врасплох, но вовремя почувствовал опасность и рванул в спасительные заросли. Пришлось ждать очередного пришельца. А пока было время наблюдать за стоящей в воде рыбой через оптический прицел. Кстати, перед нерестом в организме лососей происходят коренные преобразования. Тело меняет цвет и из серебристого становится черным, малиновым или лилово-красным. У самцов появляется горб, поэтому один из видов лососевых называется горбушей.
Челюсти приобретают хищный, крючкообразный вид. Но самое главное, как писал первооткрыватель Камчатского полуострова Владимир Атласов, идет той рыбы из моря по рекам гораздо много. И назад та рыба не возвращается, а помирает в тех реках и заводях. Может быть, для того, чтобы ценный белковый материал не пропадал понапрасну, природа нацелила на места нерестилищ медведей? Беда, если медведь, наперед завидев человека, вздумает его скрасть, подобраться, и человек этого не заметит. Вот тут-то и происходят несчастные случаи. Бывали примеры, что медведи так тихо подбирались к охотникам, что те их не замечали до тех пор, пока не чувствовали на себе тяжелых лап зверя. Первым делом медведь старается обезоружить человека и выбивает своими лапами все, что есть у него в руках. А потом уже, если удастся, расправляется с несчастным по-своему. Александр Черкасов. Записки охотника Восточной Сибири. Он появился, как всегда, неожиданно. Удивительно, как зверь с такой большой массой и на вид весьма неповоротливый может совершенно бесшумно перемещаться в пространстве. Медведь не замечал охотников. Ветер был от него. Кроме того, косолапый занимался делом. Лакомился пойманной рыбой. Он постоянно перемещался, и стрелок не мог четко прицелиться по убойным местам зверя. Наконец, гурман отправился за добавкой. Приближалась развязка. Медведь был явно ранен, но не смертельно. Последняя пуля прошла через кусты и, скорее всего, отрикошетила от веток. Выполняя распоряжение Сергея, руководителя охоты, стрелки выждали минут 15. Нужно было понять, где находится зверь. Никаких признаков его присутствия рассмотреть не удалось. Нужно было подходить к месту событий. Именно здесь медведь ловил рыбу и с удовольствием ее поедал. Звериная тропа оказалась пустой, но следы крови говорили о том, что пули достигли цели и нанесли раны медведю. Он мог находиться совсем рядом. Остатки недоеденной рыбы и вытоптанный участок берега подтверждали, что в этом месте и на самом деле функционировала медвежья столовая. Подранка нужно было добирать. Но соваться в кусты охотникам не давало чувства самосохранения. Особенно если учесть, что на медвежьей охоте они были в первый раз. Кроме Сергея, конечно. К реке вели несколько звериных троп. Пока суд до дела, решили их осмотреть с самого края, не углубляясь далеко. И все-таки Сергей не выдержал и полез в заросли кедра. На Камчатке его называют кедрач. Цель этого поступка – проверить, не лежит ли подраненный мишка совсем рядом. Возможно, многолетний опыт и пришедшие вместе с ним рефлексы позволили охотнику пойти на столь отчаянный шаг. Но нет. Судя по вполне спокойному поведению следопыта, зверь ушел дальше.
метров 50 лет теряется. А дальше опять не увидел уже. Ну что, искать пойдем? Ты в кедре хоть один раз был? Нет. Лучше тебе там и не заходи туда. Почему? Я так свои полномочия превысил. Нельзя лезть туда, за раненым медведем. Сейчас мы поедем. Дальше Саша съездит. Таксиста привезет. По следу пройдут. Мне кажется, он где-то остановился здесь. Да он вот здесь лежит. Здесь не лежит. Нет? Пробежит, дальше идет. Сейчас садитесь на машину. Едете. Таксиста привозите, вот здесь кровавый след идет. Пускаете и пусть шарахается там. Таксиста и такса? Да. Раненый медведь, как правило, бросается на выстрел. 15-20 метров он преодолевает за 4-5 прыжков. Тут не только не успеешь перезарядить одностволку, но дай бог успеть из уже заряженного второго ствола выстрелить точно. Остановить медведя можно только попав ему в шею или позвоночник. Так пишет Леонид Сабанеев. А у современных охотников существует правило: стреляешь по медведю, патронов не жалей. Уж больно живучий и коварный этот зверь. Получив пулю и выскочив с линии огня, он ложится на тропе и дожидается стрелка, который пытается его тропить. Когда происходит встреча, шансы остаться в живых у охотника весьма невелики. Косолапый наверняка услышит человека заранее и встретит во всеоружии с присущей ему злобой и яростью. Вот почему соваться вслед за раненым медведем в крепи, его дом родной, значит рисковать собственной жизнью. Другое дело, если по кровяному следу пойдет собака. Она заранее обнаружит засаду и лаем сообщит охотнику, где находится зверь. Невыловленные медведем лососи остались в своей родной стихии. А охотники отправились за таксистом или таксой, хорошо работающей по кровяному следу. Все-таки непостижим великий и могучий русский язык. Какое, казалось бы, отношение имеет водитель такси к охоте, и тем более к норной собаке? Тем не менее, путешественникам моментально стало понятно, о чем говорил Сергей. Уже в автомобиле руководитель охоты поменял свое решение и отправил добирать зверя вместе с таксой егерей. Рискованно это дело, и в очередной раз подвергать опасности гостей он не стал. Как потом выяснилось, подранка эта бригада так и не нашла. По всей видимости, рана медведя закрылась, то есть затянулась жиром, и кровотечение остановилось. Отсутствие кровяных отметин, а свежих следов косолапых в округе было хоть отбавляй, собака в них запуталась и признала свое поражение. Пока длилась эта история, охотники вместе с руководителем миссии Сергеем обследовали другие места, в которых можно было обнаружить зверя. Время близилось к обеду. Все попытки вперед смотрящих обнаружить медведей среди чудных пейзажей местной природы пока закончились неудачей. В конце концов, голод победил, и охотники приступили к трапезе. Как известно, на свежем воздухе у здоровых, крепких мужчин разыгрывается зверский аппетит. Когда выяснилось, что все столовые приборы забыли на базе, то пластиковые бутылки охотники готовы были грызть чуть ли не зубами, для того, чтобы сделать из них нечто похожее на среднеазиатские пиалы. Суп из морепродуктов оценили по достоинству. А затем наступила сиеста. Запас чистой, прохладной воды всегда должен быть в автомобиле. Тем более, что гастрономов и супермаркетов в угодьях нет. А пить после обеда наверняка захочется. Сергей с этой особенностью человеческого организма был знаком не понаслышке. Сколько охот он организовал на Камчатке, не перечесть. Его стартер в этот раз все-таки понадобится. Он и помог справиться с запуском двигателя.
переехали в другое место и практически сразу же увидели медведя. Зверь кормился на ягодниках. Он настолько увлекся, что охотников совершенно не замечал. Решили подойти поближе, на расстояние верного выстрела. Некоторое время медведь стоял спиной к охотникам. Неудобная позиция для стрельбы. Пришлось ждать и в это время настраивать треногу. Два выстрела лишь подранили медведя. Оправившись от шока, он мог уйти. Судя по всему, зверь был повержен. Он перестал шевелиться и не прижимал уши к голове. Охота завершилась удачно. Можно было спокойно вздохнуть и поделиться впечатлениями. Первый камчатский. Размеры, конечно. Поздравляю. Спасибо. Точно красивый выстрел. Счет открыт. Да. Ты видел, он встал на лапы? Да, да, вообще, конечно. Посмотреть, кто там будоражит. Подойти на такую короткую дистанцию. 60 метров. 60 метров, да, к медведю. И ну, это большого стоит. Ну, чувствуется, сколько у него силы. Первый выстрел. Снова встал. Второй да, выстрел. Да, да. Он после первого прям казалось, что он сразу лег. А потом уже что-то какой-то момент и начал вставать уже. А цвет, да? Цвет вообще, конечно, красивый. Черный, переходящий с белым. Да, с белесами. Прям можно шубу с него такую сшить. Результат налицо. Ну, я доволен. Да, давай. С полем. Пока работники хозяйства подгоняли автомобили, охотники могли заняться весьма нужным делом – фиксацией достигнутых успехов. Или, говоря проще, фотосессией. Еще один день на полуострове подходил к концу. Хлопоты по погрузке трофея можно было считать приятными. Ведь охота удалась. Конечно, в душе у путешественников остался неприятный осадок из-за того, что первого медведя не удалось добрать. Тем не менее, оставалась надежда, что зверь получил несмертельную рану и остался жив. Камчатка на закате поражала своей красотой не меньше, чем днем. На эти картины охотники готовы были смотреть круглосуточно. Однако пора было на базу, где ждал вкусный ужин и восстанавливающий силы отдых. Ведь на следующий день опять предстояла охота. Продолжение истории о камчатских приключениях смотрите во второй серии программы. А речь в ней пойдет вот о чем.